Полицейские задержали молодого человека, сдававшего студентам чужие квартиры. Сначала в полицию обратились две девушки. Парень сдал им квартиру, забрал предоплату и был таков. А через некоторое время сдал эту же самую квартиру другой девушке. Тоже не обошлось без задатка. Неприятности девушек не кончились на этом. На следующий день объявились хозяева. В МВД России по городу Орлу обратилась гражданка с заявлением о том, что у нее в мошенническом деле денежными средствами завладело неустановленное лицо, то есть гражданин, молодой человек, 88 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 2. На удочку злоумышленника попали три человека, две девушки и студент-первокурсник. Парень отдал подозреваемому 7 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый уже вернул потерпевшим деньги.